У нас сегодня 17 июня 2015 года. Вот Вик Николаевич на газели. Там у нас Любовь Николаевна Атеева. А вон Игнатий Иванович идет с велосипедом в руках. Ведет его. И вот там вот братья, сестры, все наши. Весь наш лагерь стан пошел за Солодкой. Это несколько километров, примерно 4 километра в один конец. Такой вкусный, сладковатый корень, который можно потом запаривать от различных болезней. Сейчас вот они ушли. Вот лагерь, стан сразу у нас опустел. Тишина стала. Все-таки преображает место именно сам человек. Ну вот, слава Богу за все. Вот у нас лагерь, стан наш. Пошел за корнем Солодки. Прося, берегись. Дай машину проехать. Вот идем, кругом поля. Пип-пип. Ястар, берегись. Как круто идти. Догоню Вику сейчас. Вон Вик Николаевич на газели, там что-то встал. Вот самый маленький, зато быстрый. Они ленятся. Шарика повезти. Шарика. Это только от Игнатия Ивановича зависит. Шарик наш, шарик. Машину, ох, как пошли. Ну, взяли машину, потому что некоторые немощные оттуда привезти придется. Вон где лагерь наш. Так, давайте по одному. Иди, первый шарик идет. Вперед с шариком. Шарик, пошли. Вон наша машина, покажи. Шарик, побежали. Все, можете бежать за машиной теперь. Кто может, бегите за машиной. Да, можно. О! Пошли. Поднимай еще дальше. Вот тут, оказывается, камней наложили на камни. Покажи вам там. Да, да, камни, ну. Вот. Мы даже не знали, что там камни. Вон они, посмотри, она за машиной гонятся. Паша первый. Давай велосипед понесу тоже. Да, да, не надо. Давай. Прям до самой машины снимай. Тут ягодник такой, ягод нынче много будет, не померзнет. Клубники здесь будет нынче, по-моему, очень много. Посмотрите, какие цветы, здесь можно рвать, какие надо вам цветы. Это кашка белая. Такой не думаешь? Тарас, смотрите хоть немножко под ноги. Быстренько идите в зад. Вот поля уже сходят. Засеянные. Трава высокая. Обильный покос будет в этом году. Немножко неудобно снимать с велосипедом. Пип-пип! Да-да-да-да! Мои прокруты! Пип-п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 ип
Кирилл, другому отдать, кто просил это? Арсений, это, девочка просила шарик. Вот наша Благовещенская газель. Вот любовь Николаевна сидит. Наш повар. Не видал? Думаю, что нет. Ой-ой-ой. Олег, вперед, Олег, вперед! Покажи им, как ты бегаешь. Так, труды. Что такое-то? Да, запчасти старые уже. На так время от времени останавливаюсь и показываю где-нибудь. Ага. Так, торможу. Помощница прямо держится за мотоцикл твой. Вон она голову запрокинула. Ты ложи куртки ко мне в беседку. Вон, в корзинку. Велосипед держи. Подними его. Да. Поднимай, поднимай. Давай, не все тебе держаться за мой велосипед. Ксюша идет, муха. Все, держи его. За руль бежи. Вот так. О. Ты у нас будешь помощница у меня. Так, не отстаем. Подтягиваемся потихоньку. Кем? Кепки свои не теряем, ничего не теряем. Кепку одень, Тараси, на голову напекет тебе. Ну, жарко. Сегодня у нас поездка. У нас Нестор Дробот первый бежит. Догоняет машину. Вот он идет на обгон. Молодец, Нестор. Вот, да не видите, первый добежал Нестор. Вон другие бегут уже. Маша вторым приходит. О! Ваня, ты, оказывается, еще и бегать умеешь. Ага, умею. Молодец. Вон остальные бегут. Вот наш православный библейский сайт. Я не могу отрывать. Николаевич сидит. Ну на корень-то, а не что ты там удираешься? Ого-го! Ничего себе, вот это корень выдрал, Нестор. Вот твоя первая добыча уже. Я салатку не люблю, я люблю. Просто порвать в чай добавлять. Вот так, Ваня вот даже сразу сходу ест ее. Дай мне собаку. А что там, кувыркался он? Да. Шарик нас очищается от насекомых.
Да, Шарик? Заели тебя, бедного. Смотрите, какая у меня добыча. Смотри. Уже, да. Вот такой корень. Ну, здесь, Игнат Тихонович? А? Или дальше проехать? Сейчас поедем дальше. Я сейчас вам расскажу, как тут мы были. Маленькие. Вот здесь мы пасли коров, овечек. Вот это болото, иди сюда, Тулли. Вот это называлось большое болото. Большое. А другие, которые вот это маленькие болотца. В нем почти всегда была вода. Здесь интересно, когда сухо, играть в прятышки. Пальцы в руки. Среди камышей, да? Да. Видите, как они сделали? Какой большой пролет через болото у этих, у проводов. Вот это моя охота идет. Мы здесь колодчики копали. Но стоило, было там, где большой лог, там, еще в одном месте. Когда мне было 5 лет, мы уже здесь пасли. Вот это вот корень солодки растет. Вот это вот. Вот это вот. Это корень солодки. Вот. Кто хотел себе, Ваня? Вот ты можешь с корнем брать, только не отрывай это. Выкопать и увезти с собой. Класс. Там вот какие цветы, мы остановимся на поле, на цветах. Все поле из цветов. Можно снять будет. Хорошие. Вот Вика пришла. Вот здесь мы были. Все лето, весной как выгоняли, еще первый снег скакал чуть-чуть, уходил, да еще башежинки воды были. И пока снегом земля не покроется. И никто не знал, что какие-то выходные или... А сейчас полдня посуды, еще полдня пытается по часам сделать. Это поколение совершенно негодное. Вот как говорит отец Дмитрий Смирнов, что мусульмане ближе ко Христу, чем крещеные эти христиане, уже крещеные. Я могу подтвердить практикой. Даже дети, которые приезжают, это 44-й год к нам, они как будто бы с другой страны. Они совершенно делают, рукой вроде шевелит, а куда упало, что из этого будет, какой вред. Они как сонные. Это не в интернете дело. Когда интернета не было, это порог был виден уже. Это от родителей. От родителей, от греховной жизни, все пропитано грехом. Вот посмотри, сколько разные кузнечики, что. Поинтересуйтесь. Посмотрите. Чего тут только нет. А вот это вот поле, вот рядом стоит. Это были арбузы. Арбузы, кажется, дыни и огурцы. Вот такое огромное поле. Ну а мы здесь пасли. Ну, сторож где-то там у него сторожка, тут он не видит, а больше никто не ездит. Мы подползем, арбуз на голову положишь и давишь. Если он хрустит, его отрываешь и сюда катишь, а потом мы его укатим дальше туда. А потом уже пойдем к этому, к сторожу и попросим. И он думает, какие хорошие ребята, не берут, а просят. А мы уже накатали их арбузов, огурцов. А вон то, где желтое, вот это вот все было красным, мак. Никто не знал, что наркотик. Ну а мак, так мы его приходили, там сумочки полные брали. Единственное было затруднение, когда отправляется, он как будто бы стромбованный в животе. Вот для того интересно было. Есть-то нечего было. Где-то картошки возьмешь. Вот, смотри. А то кто дальше всех плетется там? На Кирилл, наверное. Ну-ка догоняй. Догоняй, бегом. Распасился. Так, собачку кто держит? Кто просил Шарика, девочка какая-то просила? Дай ей. Вот так. Вы за машиной близко не подбегайте. А ты где, Витя? Витя, ты не забывай, что дети вплотную идут. Подальше от машины отойдите. От машины отойдите. Все, поехали. Подальше, Ксюша, отойдите. Отойдите подальше от машины. У меня добыча была. Смотрите, дядя. Кого? Вот какая добыча. Не надо, а что ты рвешь? Еще рано. Да, вкусный. Да можно, что он? Поехали. Ничего страшного. Можно? Конечно. Все, я пошел. По дороге буду и бежать, и подбиваться к тому. Ну смотрите, как ты можешь? Идешь? Да. Забери его в кабину. Забери, он уже не может. Смотрите, смотрите, какой. Давай. Какой букет. О, какой красивенький. Цветочка. Бабочка? Да, я поймал. Там была фиолетовая. Все, я... Фиолетовую не смог поймать.
Ага. Так, от машины подальше, от машины. Я поеду в указ, а вы бегите. От машины бегите. Я буду показывать, где. Все, Нестор. Машина сейчас тронется, отойдите в сторону. Карелия, отойдите от дороги. От дороги отойдите. Агния, отойди от дороги. Че? Да не рвите, вы прикрыли. Они что ли пошли? Ну идите, ребятишки, вперед. Вперед давайте. Вперед. Все на выход. Все на выход. На выход все. Арсений. Андрей, быстрей. Андрей, ну что не ясно-то? Вперед. Ты уже не корни рвешь, а просто с самыми бодели. Сейчас Виктор Николаевич дождется их и поедет, чтобы расстояние было между ними. Вон поезд идет со станции Корчина. Тяжело ему в горку подниматься. Вот Паша на этот раз первый. Вот это дело. Давай сюда. Что? Все, доехали. Ты меня не видишь, что я машу рукой? Вижу. Я жду, когда он снимать будет. А он уже снимает. Это правильно. Мне хотелось поезд захватить. Я заснимаю тоже. Давай, выворачивай. Люба, лезьте обратно. Лезьте обратно. А Тимоша, иди сюда. Тимоша, сюда иди. Берите его, Тимошку, сюда. Тимоша! Поезд захвати, чтобы... Они не слышат. О, растянулись. А, это шланг, брось его. Вот. Вот здесь мы пасли. Вот здесь вот у нас было стойло. Из пластов отец сделает так крышку из прутиков, чтобы от солнца было, и отдыхает. А мы в это время купаемся, рыбу ловим, мордушки делали, из камыша шляпы разные делали. Камыш, он легко плетется. Так, маленько проехай туда. Ты нам закрыл. Вот туда, поставь ее туда. Вот она наша благовестница. Посмотри, какая идет. Ну, пожалуйста. Это не машина, а золото. А то ругают. Она сыпется. Если бы все так сыпали с машины. Это одна деталь там неправильно. Даже ее там бракованная. Понятно, что российская. О, она нигде видать всей. А потом стоило у нас было здесь. Вот где... Треножник, столбы стоят, тут озеро, ну, пруд. И в этом пруду рыба была. Мы оттуда поедем. А ты вот здесь-то, где мы шли, прям через ложок-то, там кирпичом выложено, прям напрямую можно. Никто не знал. А обратно как мы пойдем? На Слезон, наверное, надо попасть. Тут есть или нет проход? Чтобы проехать на машине? Да. Нет, чтобы мы... когда отсюда поедем, можно туда выехать? Вы-то пройдете, а я нет. А ты ходил тут? Да, мы ходили. Так, как раз что? Галя и Агния тут мы. Еще тут? Ну, там кочка на кочке, там вообще. Никак, да? На мотоцикле можно было. Ну тогда это так. Тогда мы, наверное, где-то вот здесь вот проедем на машине, вон туда вон, чтобы на Слезун-то попасть. Игнат Тихонович, а вокруг лагеря это сколько метров? Да мерили, сейчас забыл уже сколько. 300 или 208. Нет, нету, 300 нету. 300 это 1 километр. Нет. 200 с чем-то там. По-моему. 200 это 5 кругов, 1 километр. Это если 3 километра, это 15 кругов. 15 кругов вот. Вот здесь вот большая, хорошая большая ягода растет. И Слезун на бугре. Но и тут Слезун. Через плотину проезда нету. Виктор Николаевич говорит, нету. А вот это видно, что лох идет. Да. Вон там он.
Там колодчик, вон где деревья. Мой отец колодчик рыл. Узенький-узенький. И он туда, у него одна рука была спрута так. Он туда опускается, одни ноги, держится как-то. Чашкой почерпнет там грязь-то. Меня оттуда подает, а я опять выползает. Вот так копали колодчик, чтобы напиться. А обычно как? Из озера подойдешь, фуражкой почерпнешь, а там букарашки разные. А через фуражку-то она как цедится. И струйка течет, попил, никто не болел никогда. Почему? А вода-то родниковая. Вон она, шарик наш бежит. Вот так. Вот. Нам нужно попасть вон туда, вон, вон где те кусты. Вон. Вон кусты где, видите? Походите. Да, вон где березки и кусты. Да тут добежать на ту сторону перейдем. Там Сказали Тимофею выйти. Можно бежать? А Любовь Николаевна нет, пускай едет. Можно, но лучше подожди. Да, да, да. А до туда примерно сколько? Мы придем, так, шарика там лагерь? Отпустим. А здесь пока не надо отпускать. Там недалеко, быстро. Это недалеко. Он стенечек, дай ему стенечек. Вон он. Куда я поеду? Там я 300. Вот они, ну все, поехали. У меня в глазах мутится ничего. Все, побежали. Пошли. Ты грыз его, нет? Нет. У тебя рот-то видел какой. Так, шарик. Смотрите, рот у него какой. Нестора. Стивее его. Нестор, повернись. Резнули. Что, я люблю корень. Ah!